Привет, друзья! Это видео будет продолжением прошлого видео, в котором я таскал жереха одного за одним. В те дни я также очень много ловил карася, но я просто не смог бы уместить в одном видео весь материал, который наснимал. И поэтому это видео будет отдельное. И в этом видео я покажу вам, как я ловил карася, на какие снасти, в каких количествах. В общем, приятного просмотра, поехали! Решил я, пока ветер сильный не начался, а он, скорее всего, сейчас начнется, решил посидеть с поплавочкой, половить. Рыбы просто, блин, немеренная. Не знаю, как сейчас будет клевать. Наверное, вообще... Одна за одной, без остановки. Ну-ка, давайте посмотрим. А может, вообще не будет, наоборот. Кто его знает. Рыба вся наверху стоит. А я глубину зачем-то довольно большую сделал. Видите, да? Сколько рыбы прям у поверхности. А, вот и поклевочка. Вот такая рыба здесь и стоит. Нифига себе, я поймал. Смотрите. Ни хрена себе, я карася поймал. Ё-моё. Это на кукурузу. Решил на кукурузку попробовать. Потому что на червя там, блин, вообще нереально клёв. Ё-моё, какой карась. Офигеть. Ну, здесь я точно таких давно не видел. На речке.
это да. Вот это да. Вот это прикольный. Оклевал тихо-тихо вообще. Так аккуратно. На кукурузку, в общем, ловлю. На кукурузку, как мне известно, рыбка покрупнее ловится. Сейчас и посмотрим. Да, ну рыбы здесь, конечно, блин, просто немерено. Карася сейчас вот здесь кишит. Блин, на кукурузу-то караси какие прут. За хребет зацепился. Поэтому так тяжко. О, тоже приличный. Вот на кукурузу. На червя, конечно, клюет сразу. Но такие вот здоровые не клюют. Карась весь косой, кривой, побитый. Повешал прям вот так вот червя целиком. Сейчас посмотрим, что с ним карась будет делать. Опа, убежал.
Фрикцион я специально отпустил, потому что у меня здесь леска тоненькая. Ну и видите, какие карасяндры клюют. Заглатывают, блин, так жадно. Да, на червя, конечно, каждый второй так заглатывает, что приходится вытаскивать узкогубцами. Ё-моё, опять кабаняру поймал. Ничего себе, здесь караси плавают. Просто лапать. О. Ну такие тощие. Голова огромная. А сам... никакущий, короче. Не знаю, почему так, может, после нереста. Может, какая фигня с ними приключилась. Без понятия. Решил попробовать на опарыша. Посмотреть, как будет.
На опарыша та же история. Такой же карась. Также заглатывает опять. Что не достанешь. Без инструмента. Карасевич. Весь карась вот такой вот, ну как, не прям вообще весь, практически. Карась клюет просто на все. Сейчас на ультралайт огромного вытащил тоже. Вот так червячка вешаю просто. Кидаю туда. И буквально первый заброс. Сразу поймал. В общем, развлекаться здесь можно как угодно. Карась на спиннинг. Этот мелкий. До этого я вытащил прям гиганта. Кстати, вот эти мелкие карасики, они хорошо выглядят. Такие чистенькие, целенькие, упитанные. А крупные все такие побитые. Все в ранках. Целая толпа карася вышла за червем, и ни один не решился клюнуть.
Опять толпа плыла. Один все-таки решился. Ну, вот так вот и рыбачим. Есть. Крючок хороший, стоит зацепистый, поэтому его вот так вот еще руками фиг вырвешь оттуда. Приходится использовать узкогубцы, чтобы каждого карасика отцеплять. Карася здесь, конечно, немерено, но и то уговорить на поклевку надо. Как вы, наверное, уже поняли, это видео можно продолжать и продолжать. Карась клевал очень хорошо, клевал абсолютно на все, что я ему предлагал. И за то время, что я там находился, его можно было просто немерено наловить. В принципе, как делал мужик, который приходил туда ко мне рыбачить, которого вы могли видеть в первой серии, когда я показывал, как ловил жереха в этом месте. Если еще не посмотрели эту серию, то перейдите на предыдущее видео. Так вот, этот мужик приходил несколько раз в день, ловил реально ведро карася и уходил. И делал он это несколько раз в день. Но я бы этого карася точно бы не стал забирать домой и тем более использовать в пищу, потому что на вид этот карась, ну, прямо скажем, не очень.
Ну а так, в плане рыбалки, конечно, это удовольствие полнейшее. Посидел с поплывком, половил на ультралайт, оттянулся по полной. Ну и на этом я буду заканчивать это видео. Спасибо за ваши комментарии, спасибо за подписки. Увидимся в следующем видео, в котором я отправлюсь рыбачить на донки, постараюсь наловить крупняка. Ну а на этом все. Всем спасибо за внимание. Пока-пока.